Скотланд-Ярд обратился к нации с призывом приложить все усилия, чтобы предотвратить отъезд молодых британцев в Сирию. Для этих целей власти решили использовать преимущественно мусульманских женщин. Они могут обратиться в различные организации и попросить о помощи, если им кажется, что член их семьи или общины собирается уехать на войну. Мы надеемся, они будут звонить. Не обязательно в полицию. В этой сфере существует целый спектр различных организаций, наших партнеров и членов общин. У них есть право помогать семьям, и это совершенно не ведет к уголовной ответственности для молодых людей. Но многие полагают, что такой подход вряд ли возымеет успех. Только за первые три месяца 2014 года полиция арестовала около 40 человек за деятельность, связанную с Сирией. Для сравнения, за весь 2013 год было арестовано 25 человек. Маловероятно, что в этой ситуации поможет МВД, которая делает резкие заявления о возможных последствиях для тех, кто вернется из Сирии, включая конфискацию паспорта и даже лишение гражданства. Стоит обратить внимание на одну важную деталь. Сейчас, если вы поедете в Сирию, а затем вернетесь в Великобританию, против вас могут начать расследование. А если о ваших планах стало известно заранее и были предприняты попытки вас остановить, но вы все равно решили отправиться в Сирию, полиция заявляет, что по возвращении в Великобританию вас неизбежно ждет допрос. У семей и членов общин наибольшее беспокойство вызывает то, что люди вообще не будут возвращаться. И тем, кого призывают обращаться в полицию, сделать этот телефонный звонок будет очень непросто. Сара Фёрд, РТ, Лондон.